Этот проект включает в себя множество мероприятий по физическому и познавательному развитию дошкольников. Все занятия, которые вошли в проект, придуманы и разработаны самими педагогами детского сада. Все они соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. 14 ноября мы побывали в гостях у подготовительной группы «Вишенки» на интересном открытом занятии «Занимательная физика для дошкольников». Это мероприятие не новинка для нашего учреждения, они проводятся в соответствии с нашей образовательной программой. Но, насколько я знаю, каждый адаптируется для детей, да? Конечно. Вы же знаете, физика – это наука, которая серьезная наука, и поэтому мы стараемся ее как бы перевести на язык дошкольника, чтобы ему на сегодняшний день было, ну, хотя бы немножечко понятно. На занятии педагог Валентина Дмитриевна Федунова рассказала дошколятам сказку о королеве радиации и ее верных подданных. Из небольшого видеоролика ребята узнали, как работает наше градообразующее предприятие «Смоленская атомная электростанция». Закрепили знания интересными экспериментами с водой. Мне очень понравилась сказка про королеву радиацию. Мне понравилось, как не тонул перец, он разъединялся, когда палочка опускалась вниз в воду, и перец расплывался. Дома обязательно покажи родителям. Знания, полученные детьми в раннем возрасте при помощи экспериментов, запоминаются им на всю жизнь. И мы надеемся, что это занятие пригодится ребятам в школьной их жизни.